Уже с 8 часов утра в воскресенье в Петропавловске в здании филиала партии «Аманат» открылись пункты по приему гуманитарной помощи пострадавшим от лесных пожаров в Костанайской области. А вечером того же дня гуманитарный груз уже отправили по назначению. Неравнодушные североказахстанцы откликнулись на беду своих соседей. В качестве гуманитарной помощи принимались продукты питания, гигиенические товары, постельные принадлежности и одежда. Словом, всем, чем богаты неравнодушные жители нашего региона. К слову, и в районах области сельчане тоже помогли, чем могли. Наряду с жителями к благому делу присоединились и представители бизнеса области. Например, ТО «Радуга» отправила в качестве помощи 6 тысяч литров растительного масла. В целом, в этот день было собрано более 40 тонн гуманитарной помощи. В Костанай ушло 4 машины. Были открыты 14 пунктов по сбору гуманитарной помощи. У нас из них 13 находится в районах нашей области. Один он находится в городе Петропавловск в филиале нашей партии «Аманат». Все пункты по всему Казахстану были открыты сегодня с 8 утра. Они на сегодняшний день работают и ведут свою деятельность.